делать таким образом. Шланг готов к использованию, только открыт кран. Огнетушитель готов к работе, только снять чеку и нажать на рычаг. Таких точек здесь более 60. Общественное пространство сразу за дверью, а там даже не в метрах, просто через стенку. Снова огнетушитель и гидрант. Практически в любой точке как минимум два варианта быстро оказаться на улице. Это служебное помещение. Здесь же кабинеты сотрудников. На стенах только штукатурка и краска. Система сдерживающей вентиляции. Она обеспечивает избыточное давление в помещении, чтобы в него не проникал дым. Похожее устройство в шахтах лифтов. Ну а с той стороны сейчас открыто. Замки на дверях сделаны так, что при необходимости можно быстро покинуть помещение. Все проходы широкие, позволяющие заехать или выехать на инвалидной коляске. У самого большого зала кинотеатра собственный выход на улицу. В малых залах по два выхода и общий просторный коридор. Оттуда также на улицу. Изнутри дверь открывается без ключа. Учения проводятся совместно с пожарной охраной города-курорта. В этот раз решили отработать до открытия. У пожарных есть схема торгового центра, несколько точек для развертывания. Возле каждой уличный гидрант. Есть предварительные планы действий. По легенде учений, пожар произошел в детской игровой комнате. Татьяна работает там инструктором. В тревожном наборе, помимо фонарика и мегафона, канцелярский нож, чтобы разрезать сетку на манеже. Наверху кто-то из персонала. Ему помогают спуститься. Вместе с тем каждые 15-20 метров по периметру такие вот лестницы. Тем временем, спустя примерно 10 минут после объявления тревоги, две команды с пожарными рукавами уже были в районе очага возгорания. Это не первая тренировка наша совместная с городской службой противопожарной. Это такие учения проходятся регулярно, есть график этих учений. Мы проводим учения по эвакуации, по включению противопожарных систем ежеквартально, как положено по закону. С точки зрения эвакуации и сработки систем, а также действия персонала, в том числе охраны и того персонала, который занимается на объекте обеспечения пожарной безопасности, у нас очень высокая оценка, все сработали слаженно. Действия пожарных подразделений мы оцениваем на хорошо. У нас есть своевременное здесь не только прибытие, значит, реагирование, слаженные действия. Своевременно были поданы звенья на тушение условного загорания. Это детская площадка на втором этаже. В общем, учения мы оцениваем очень достаточно хорошо. Тем не менее, впереди обязательный анализ всех действий, а также подготовка аналогичных мероприятий в других крупных торговых развлекательных точках по согласованию с их владельцами. Вместе с тем, специалисты рекомендуют и жителям не терять бдительности, обращать внимание на соблюдение предпринимателями мер противопожарной безопасности. Как минимум, пожарные выходы должны быть открыты и не захламлены. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа регион.